Поехал, значит, Петька на Тибет учиться всяким восточным премудростям. Приезжает через год, ну, Василий Иванович, все дела, значит, выпили. Ну, и тот ему показывает, чему научился. То, значит, я, говорит, сейчас усилием воли, блядь, стол к потолку подниму. Ну-ка. Напрягся, что-то там, мать, и стол раз к потолку поднялся. Василий Иванович такой, да это хуйня. А че вот можешь, например, вот сейчас дистанционно, да, так вот воздействовать на Котовского, который в соседнем доме, и чтобы он выскочил на двор голый, блядь, с гармошкой и танцевал, и играл. Ну, попробую. Напрягся, блядь, стоит, пыжится, вены, блядь, на лбу разбухли от напряжения. И, значит, ничего не выходит. Тужился. И тут выскакивает, блядь, Котовский на двор. В руках у него, короче, чугунный радиатор отопления, блядь. И он такой, да ну нет у меня гармошки.